Это Витебск, и это Славянский базар. Время 9 утра, мы на саундчеке. Сегодня открытие фестиваля, 32-й по счету фестиваль. Я впервые приехал на Славянский базар где-то лет 25-26 назад. Выступать еще в составе группы Непоседы. Вот потом приезжали со Смэш, и уже много-много лет я приезжаю как сольный исполнитель. Вчера был офигенный концерт сольный. В преддверии открытия. Один раз. Я потом еще буду раскладывать видосики, а сейчас саундчек, друзья. Лина огонь, это моя любовь, то в холодном водой, она пробудит ночь, сладкий вкус малины. Спасибо. Круг друзей с теплой грустью вспоминаю в водовороте шумных дней все больше.